Северском районе проходит череда выпускных вечеров. Для девятиклассников это первый важный и осознанный шаг во взрослую жизнь. В торжественной обстановке на сцене Дома культуры аттестаты об основном общем образовании получили ребята из 9 А-класса школы номер 45 станицы Северской. Всего в образовательном учреждении в этом году 117 выпускников среднего школьного звена, 8 аттестатов с отличием, 6 из которых принадлежат ребятам из 9 А. Все успешно сдали экзамены и с прекрасным настроением готовились к долгожданному вечеру. Выбирали не только прически, платья и костюмы, но и провели не один час, репетируя творческие номера, чтобы порадовать родных и гостей, собравшихся в зале. Традиционным вальсом 9 А не ограничился. Зрители удивили необычным флешмобом. Ребята оказались творческими и еще не раз вышли на сцену, чтобы спеть или прочитать стихи. Обладательница красного диплома Анастасия Горухова, к тому же еще и мастер спорта России по спортивной акробатике. Финалистка чемпионата страны подарила гостям один из номеров вместе со спортсменками из своей женской группы. Выпускники поблагодарили своих педагогов, которые были рядом с ними все эти 9 лет. Помогали обрести знания и уверенность в себе. Особую благодарность выразили классному руководителю Евгению Заплаве. Для тех из них, кто уйдет после 9-го, это стало последними мгновениями с одноклассниками и учителями. Но впереди у каждого из них в любом случае много нового и интересного.